Да, мне тут нравится. Это пока самый лучший день в него, ну, за все время, когда я в Голландии. Короче, ракета. Hoe gaat het daar nu? В Житомире зараз, ну, мы дуже бомблять. Самое хуже там в Киеве зараз. Heeft er iemand iets toe te voegen over wat Pavel vertelde of iets te vragen? Ми їхали великим шляхом, 10 годин мінімум з Мукачева. Але була така проблема на кордоні з Мукачева. Мого папу зупинили, бо його йому сказали, що він поїде в воєнкомат. Для мене цей день важливий, тому що я вперше буваю у музеї подібного формату, і тут це спілкування, і це дуже важливо для людини. Так, це насправді важливо, тому що ну мені здається, що дорослі хоча б часом мають знати, що у дитини на думці, коли, наприклад, от зараз у нас всіх була. Ну, мені здається, що у більшості була в неї та сама думка, і ми просто її висловлювали кожен як може. En dan zeg ik, dames en heren, applaus voor de twee burgemeesters! Kinderen met elkaar in contact brengen, elkaars ervaringen laten delen. Voor de Oekraïners lijkt me dat prettig om met leeftijdgenoten te spreken over je leed. En voor de Nederlanders lijkt het me goed om ja, te helpen. Ik wens je toe dat je snel welkom en thuis wordt. Я думаю, про цей сьогоднішній день, те, що він прийде супер класно, і мені тут дуже подобається. Sweet, sweet, super, sweet. Дуже солодко. Mijn zusje kwam naar mij en ze zei, ik heb echt één wens. En dan zei ze, wil je een pen gaan zoeken? En ze zagen die ballon en ze zei, mag ik eentje pakken? Ik wil daar opschrijven dan dat oorlog gaat stoppen en ik kan dan lekker naar huis. Die ballon met haar wens gaat gewoon naar de hemel toe. Да, у меня тут есть одноклассник, и мы с ним гуляем, в школу ходим вместе, еще тут есть новые друзья появились, это тоже прикольно. Я думаю, когда я в Житомир обратно вернусь, то я тоже с ними буду гулять. И вообще мне тут нравится, как тут принимают людей. Я лише с нашою, с моими кузенами, тому... Звісно, це чудово, але коли зустрічаються українці з українцями, вони говорять лише про війну, і це навпаки може трохи нівечити емоційний стан, але коли ми з голландцями, то вони нас намагаються підбадьорити. Vandaag natuurlijk gewoon heel erg bijzonder met Oekraïnse kinderen, Nederlandse kinderen, Russische kinderen. En dan gewoon in alle rust en vrede met elkaar ja, plezier beleven, maar ook gewoon goede gesprekken hebben. Ik heb een vraag aan jou. Of je nu uit Oekraïne komt, uit Nederland komt of uit Rusland komt, we willen allemaal vrede. Ik vind het een eer om hier een van de drie Russische kinderen bij te zijn. Want ik heb ook dan een... Ja, ik kan ook mijn eigen mening hier zeggen over de hele situatie. En ik vind het heel goed dat zoveel kinderen van verschillende afkomsten hier samen zijn. En samen ook in vrede hier zijn. En niemand disrespecteert iemand anders door hun afkomst. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, want...
они потратили свое время для нас, и они помогают нам. Это самое главное в этой жизни. Вот тот же Путин, он не помогает никому, он портит все, ну ничего не скажешь. Я уважаю, что это очень правильно. Тому що я познайомився з друзями, порозмовляв рідною мовою, порозмовляв з своїми ровесниками. Це було класно, тому що я давно так не говорив, з місяць.